привет, дорогие ребята, с вами Ярик, успейте поставить лайк за 5 секунд, если вы уже хотите, чтобы я закончил Герой Меча и Магии. Считаю 1, 2, 3, 4, 5. Молодцы, ребята, что успели поставить лайк. Да уж, это у нас игра Герой Меча и Магии, но это еще не все. На этой серии мы с вами пройдем вот это, и я немножко сначала отдохну от просмотра видео. От просмотров, заснятия видео. Костя, давай присоединяйся, только не показывайся на экране в таком виде. Извините. Так, ребята. То есть, пока я буду уже в Ижевске, в Ульяновске. Да, это не курорт. Это просто поездка к бабушке и дедушке. Да. Да, бывает такое-то, что лето куда-то уезжать. Это у большинства людей такого бывает. Поэтому давайте-ка сначала выйдем из этой игры, и я вам кое-что покажу. Вот посмотрите-ка, вот у меня игры. Я вот не знаю, какую показывать, потому что, если честно, у меня там... Потому что, если честно, некоторые игры играют лишь мой батя. Да твой батя. Ника... Вообще-то, Костя, это... Вообще-то это папа, вообще-то. Ага. Ладно, но я вам кое-что покажу. Только это вообще... Я вам покажу где-то 3 игры, и пока я буду отдыхать до 8 августа, то у вас есть время, чтобы голосовать. Какую игру вы больше всего хотите выбрать? Я жду ваших комментариев. Первая игра — это Zuma Deluxe. Там вообще она нужна... Там вообще нужно лягушкой стрелять в шарики так, чтобы они не добрались до конца дороги. А это у нас... А в этой папке есть игра Raptor. Это старая, короче, игра, пиксельная даже есть. Но там, короче, самолетики вообще такие, блин. Да, вот мне вообще это старье не нравится, но мне хочется вам показать. Да, там, короче, тоже... Это вообще во многих телефонных играх, да. Если бы вообще на телефоне такое скачать, это вообще будет экшен. И это игра Демиурги 2. Да, там, короче, игра в карты совмещает и игры в карты, и в Герой Меча и Магии. Да, то есть там героям нужно идти, и если ты столкнулся с врагом, то во время сражения ты должен выбирать карты. Заклинания кое-какие. В общем, ребята, голосуйте, какую из этих 3 игр вы больше всего хотите выбрать. Либо Zuma Deluxe, либо Raptor самолетики, либо Демиурги 2. Да, ребята. Да, вообще, короче, после этой серии вы будете... Я буду отдыхать, а вы будете голосовать. Какой... Да, до 8 августа вы будете голосовать. Либо Zuma Deluxe, либо Raptor самолетики, либо в Демиурге 2. А сейчас пока что Герой Меча и Магии простейшая игра. И мы сейчас должны пройти последний уровень. Я вам еще в конце это подскажу. Вот все, я зашел в эту игру. Надежда Зихира. Надежда Зихира. Неожиданный итог обряда истинной природы вынужден Зихира и Фейдаена, Годрика и Рейлага последовать за Биарой Шио, где заточен властелин. Они надеются исправить свою ошибку и спасти Изабель. Титаны, давай титанов выберем. Беляха наверняка здесь, в Урхакале. Интересно, как ты сейчас тоже динозавр?
исполнить предначертанное. У героев не так много времени, чтобы исправить свои ошибки и спасти королеву и весь мир. Пленить Биару. Дорогу к дворцу Василина приглашает столица Шио, Бурхигон, где укрылась Биара. У каждого их героев есть к ней свои счеты, но главное то, что ей известна судьба Изабель. Захватить Биару, открыть дорогу к дворцу Властелина Демонов – первая задача героев. Ладно, ребята. Посмотрим, какие у нас армии. У нас тут 250 гремлинов, 250 обсидиановых горгулей, 167 этих големов, 45 архимагов, 65 ламбаджинов, 65 раджи-ракшасов и ракшас и 46 титанов. Мы правильно, кстати, сделали, что выбрали такой бонус. Очень низко. А у нас какие заклинания? Астральные врата. Давай ее применять. Мы можем ее применять, чтобы сэкономить армию. А у Фейдаэна какая? 280 триандов, 195 танцоров, 145 мастеров-лучников, 130 верховных друидов, 90 единорогов, 90 боевых единорогов, 62 этих деревушек и 45 изумрудных драконов. Мои изумрудные дракончики. Так, теперь давай телепортируемся. Давайте посмотрим, что у Годрика. Сто 120 ополченцев, 171 арбалетчик, 173 латника, 65 грифонов, 45 инквизиторов, 56 паладинов и 46 архангелов. Но у Годрика более сильная армия. Потому что там есть архангелы, и они могут воскрешать союзников, не превращая в нежить. Так, давайте теперь у Рейлага посмотрим. 168 ассасинов, 136 фурий, 153 минотавров, 68 динозавриков, 49 гидр, 67 этих... Владычин с тени и 45 черных драконов. Черных? Блин, у нашего Рейлага нету такого заклинания, а Годрик вообще... У Годрика вообще не хватает маны, чтобы издавать это заклинание. Вы готовы? Нападаем просто. Если честно, я вообще не ожидал, что у нас будет такая вот армия. Наверное, будет хардкорно, типа. Да ты же звонишь. Я даже не знаю, в кого целиться. Давай вот так. На тебе. Чего ты ешь? Ах ты засранец, получай! Прям с одного лаза. Слушайте, а давайте подчинение на этого. Если у нас есть магия тьмы, то у нас должно быть подчинение. Потому что с помощью него можно подчинить любое существо, кроме тех, что не управляются разумом. Получай. Давай тебе. Теперь дракон. Дракон Помпон. Собаки. Давай. Фурия.
Давай исцелим вот этого. У меня пока что такой же кашель, как и был, но сейчас уже не такой. Ай! Щит, хорошо. Так, демонезы дурацкие, получайте. Да-да, иди, чисто он кидается. А теперь еще, афу. Фурии. Его ничего... Получай. Его ничего не остановит. То есть вы его контролируете. Давайте-ка... О, давай на себя! Сейчас будет вообще... Так, Минотавр, давай, выдвигайся. И наездник давай. Жалко, что мы... Жалко, что у нас несколько потерь есть. Но... Ну, так... Пока что подождем. Чего подождем? Это вообще, на самом деле, очень, очень сложный уровень. Слушайте, а давайте поделимся заклинаниями. Типа поделимся, что ли, заклинаниями. Теперь Зихир. Призыв элементалей. Жалко, что у нас нету артефактов. Ну, мы тут уже все. Идем на войну. Так, погодите. Цитадель Биа. Этот адский город был построен по приказу Кхабелеха на месте смерти короля Алекса. Он служил заставой, охраняющей дорогу к цитадели Властелина. И жестоким напоминанием о безрассудной попытке короля уничтожить тело. Вы готовы сразиться с Биа? Конечно, готовы. Я чувствую, там вообще будет хардкор. О! Что это? Чё за экшен такой? Давайте-ка ополченцев уберем. Латников тоже давай. Хотя латники вообще очень крепкие. Все, ребята. Ай! Ай, на меня дует. Да блин, у них там много. На тебе, блин, мы ворота не сломали. Засванец. Вот именно, Костя. Давайте-ка Грифона удар с небес. Давай на это. Вот она, эта дурацкая Биара. Биара. Ну ничего, ничего. У нас есть архангелы. Это на самом деле вообще очень круто. Я сейчас что-то у лазучика. У лазучика? Да. Это у него колба зелья, который крадет. О! Да блин! Нифига себе, кого-то заспавнил. Офигевший засранец. Это вот он стиль. Давай благословляющую. Я сейчас не знаю, что это. Тише, тише, подожди. О! Да. Ну это просто... Жопа жопная. Непонятно, почему все происходит жопная. А мы, да, понимаем, за него отдавать. Так, подожди. Так, дракон дурацкий, получай. Что его остановит? Давай, давай, ворота. Ты почему на... Хотя башню уничтожил. Да хочет отставать. Да-да-да, давай-давай, паладин! Еще один раз. Ты, блин, засранец. Собака!
красавчик. Хвост это красавчик. А, да. Вот тебе грифон, блин. Надо этого кошмарика уничтожить. Теперь божественную силу. О, давай, давай. Молодец, архангел. Прямо скелет развалился. Вот тебе скелет развалился. Развалюха, блин. Расставь его, развалюха. Все, надо как-то завалить. Бихон, бихона стоит. Нет. Вот, лосавчит, просто лосавчит. Давай, 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 паладин. Молодец, красавчик просто. Просто лосавчит. Я сказал, там, знаешь, кому? Тише, подожди. Ладно, ребята, это, короче, сейчас... Ладно, ребята, это, короче, сейчас... Будет такая вот нереальнейшая долгая битва. Давайте-ка я... Давайте-ка я без вас справлюсь, а потом все расскажу. Фух, ребята, я, короче, победил эту пиару, блин, дурацкую. Чего это дурацкая? Яра, настал час расплаты. Идиот, дурак, влюбился в девчонку. Ты чуть все не испортил. Для меня это комплимент. Люблю рушить ваши планы. А мы ему почти помогаем. Это за Изабель. Это... что мне нравится тебя бить. А это пять. Задержись. Ждешь меня, и твоя подружка умрет. Что? Изабель, она жива. Пощадите меня, и я веду вас к ней. Я выверну тебя наизнанку, и ты все расскажешь. Не тревожься. Ты опять таким же, как они. Где Биара? Где Изабель? Пойдемте сюда. Ловушка. Ловушку можно разрушить. Нет, если в ней Изабель. Но если она лишь приманка, я готов к власти. Фух, ребята, это было, короче, вообще жестко. Спустя... Вы что, пиар не пленили? Да. А что? Блин, ребята. Так, ребята, это, короче, вообще... Пленить пиар. Такс. Встретиться с властелином. Теперь, когда подробности обмана ясны, а Биара в очередной раз совершила предательство, указав героя дорогу к дворцу Василина, ничто не стоит героев на пути. Впереди и ждет встреча с Василином демонов, встреча, которая раз и навсегда поставит точку в их приключениях. Ладно. Ладно, ребята, это, короче, вообще, на самом деле... Опа-на! Это что такое? Засадник? Ого! Цитадель Властелина демонов! Ладно. Цитадель Властелина демонов. Урхикон — это столица демонов и обитатель, а одновременно тюрьма Властелина. Это... Этот город — сердце пылающей адской реальности. Легенды рассказывают, что где внутри за порталами охраняются легионами
яростных часовых лежит и ждет вашего часа сам Ургаш, дракон первородного хаоса. Ну, так, ладно. Сообщение. Вы готовы сразиться с Властелином? Сначала герои должны уничтожить магический щит Властелина с помощью катапульт. Если они преуспеют, то после этого встретят Властелина в ближнем бою. Thank you.
избавиться от своих докучливых дружков. Никогда. Я не предам то, чего добился ценой. Даже ради Изабель. Как же ты извинился? Прежде ты поверно расставил приоритет. Раз ты не хочешь встать в мою сторону, сейчас. Помнишь, ты говорил, что я буду следующим? И что? Властелин, о, вон там, делает адские волны, вообще, я девочки, не понимаю. Ладно, ребята, попробуем, сначала, только без вас. Ладно, попробуем сначала, и вообще будет уже лучше. Фух, вообще непонятно, что здесь творится. С этим разберемся. Ты в этом уверен? Сарылам был более великим магом, чем Кхабелех. На нас лежит ответственность за судьбы мира. Я знаю, Файдаэн. Доверься мне. Хорошо. Попробуем. Была армия сильная, мы поделились архангелами, потому что архангел умеет воскрешать. Сначала был Годрик, потом Файдаэн, потом Сихир и Рейлаг. С Рейлагом я не поделился архангелом, потому что у него и так дракончики самые сильные. У Сихира было 26 архангелов, а у Файдаэна было 10. Посмотрите, какие потрепанные у нас армии. Слава свету, мы вернулись, Нюрика. Думаю, собору понадобятся новые двери. Да и новые окна тоже. Но главное, собору нужны новые священники. Чтобы служить тебе, владыка, нашему новому богу. Пойдемте, Изабель. Нам так много надо сделать. Ты не представляешь, как много, Годрик. Прямо сейчас и займемся.
ты посмотри, тут... Тут мы вообще вернулись в главное меню. Я думал, вообще будет как... Как повелители Орды, а тут... Вы серьезно? Как? Погодите, это реально все? То есть, Властелин Демонов вернул только Изабель и опять исчез. Ты посмотри еще, что это. Мне это вообще бесит, блин, если честно. То есть мы вообще прошли компании Ордена Порядка, компании Инферно, компании Некрополиса, компании Лиги Теней, компании Лесного Союза и компании Академии Волшебства. И мы все уже уровни прошли, это вообще офигеть. Все-таки, ребята, самые сильные это могут быть не только архангелы, но и вампиры. Потому что архангелы умеют воскрешать, а вампиры они сами могут друг друга, блин, воскрешать, когда они пьют жизни. В общем, ребята, давайте-ка я отдохну до 8 августа, а вы тем временем будете голосовать либо за Мотылюкс, либо Раптор самолетики, либо Демиурги 2. Ставьте лайки, подписывайтесь, короче, на канал, и самое главное, голосуйте на мои 3 игры. На мои 3 игры, какую вы захотели больше всего выбрать. Ставьте лайки. И все, друзья, до 8 августа. Бай-бай, дорогие браточки.